День города 2. Такими комментариями встречают жители республики открытие Бельского моста через реку Белую. Сегодня отремонтированный путепровод наконец открыли для движения автотранспорта. Долгожданным событие стало для большой части автовладельцев столицы и Уфимского района. Во время работ на мосту южный выезд из города обрастал многокилометровыми пробками. Проезд машин здесь запретили еще в январе из-за появившейся трещины в конструкции и опасности обрушения. Затем начался ремонт, который планировали завершить ко дню города 12 июня. Однако позже сроки смещались еще дважды. Потратили более 40 миллионов рублей. По словам городских властей, старый путепровод, который возвели еще 60 лет назад, благодаря нынешнему ремонту прослужит еще около 2 лет. Затем его, скорее всего, закроют для автомобилей полностью. Возможно, он станет только пешеходным.